Будущие защитники Отечества четко выполняют приказы, знают на зубок всю строевую подготовку, наверняка понимают, что такое газоотводная трубка и боек, а шашками машут точно фехтовальщики. Кроме строевой, еще и математика, о ней не стоит забывать, а с таким воспитанием и отдачей за родину становится спокойней. Вот глядя на вас, видишь, что наша земля, наша страна, наша республика сильная, у нас есть настоящие люди, которые достойны, чтобы наша страна развивалась, процветала, была сильной, независимой, как и есть. Поэтому, ребят, вы молодцы, так держать. Так держать – это относится и к местным ТОСам. В этот день самоуправленцы получили признание властей в виде денежных грантов и государственных наград за вклад в развитие. А среди наболевших вопросов – закрытие отделений Почты России. Такое явление усложняет жизнь на селе. Причем происходит это повсеместно. Как обычно, поездка выявляется новым фактом. Сегодня для меня новой задачей стало – это сохранение отделений почты. Почта у нас стала закрываться, что нехорошо. Мы работаем с нашим отделением почты Республики Бурятия, с центральным управлением почты. Дополнительно требуют внимания некоторые земли сельхозназначения, а именно их оросительные системы. Обещали разобраться. Непосредственное участие главы региона в решении подобных проблем внушает определенное доверие. Бэрцедыбов, Бато Гармин, новости дня.